Сущий кошмар. В семье Валерии наступили перемены. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин расстался с моделью Анной Шеридан. Ходили слухи, что семья не одобряла выбор молодого человека. Несколько лет назад стало известно, что подающий надежды пианист Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, вдруг забросил музыку и с головой окунулся в романтические отношения с эффектной моделью Анной Шеридан. Ради любимой молодой человек даже якобы ушел из дома, разругавшись в пух и прах с родными. Парень устал от музыки, нашел себе новое увлечение. К сожалению, все беды в этом мире от женщин. Они могут сделать нас как очень счастливыми, так и несчастными и нищими. Тем не менее, никакой трагедии в этой ситуации мы не видим. Пусть отдохнут, хотя мальчик гениальный, действительно талантливый. Валерий воспринимает ситуацию философски. Мы называем это поиском себя. Лично я не одобряю такой выбор, но от этого Арсений не перестает быть нашим ребенком. Сказал в беседе с журналистами муж-звезды, продюсер Иосиф Пригожин. После разразившегося скандала страсти постепенно утихли. По всей видимости, родственники сумели найти общий язык. Валерия даже начала публиковать совместные с потенциальной невесткой фото в Инстаграме. Казалось, свадьба не за горами. Однако Арсений и Анна расстались. Публикация фотографии из Инстаграм. Шеридан сообщила об этом в своем Инстаграм-аккаунте. Имен она предпочла не называть. Скоро будет полгода, как у меня нет отношений. Совсем, призналась Анна. Она не стала скрывать, что до сих пор переживает из-за расставания с сыном Валерии. Мне больно до сих пор и тяжело, когда кто-то что-то рассказывает о нем, либо спрашивает. Сообщила модель. По словам девушки, они с Арсением пытались спасти отношения. Попыток сходиться было несколько, а последняя обратилась в сущий кошмар. Это тот момент, когда в отношениях хуже, чем без них, рассказала Шеридан. Она сделала вывод, что нельзя дружить после настоящих чувств. Это все равно похоже на отношения, только в демоверсии. Вы не живете вместе, иногда видитесь случайно или специально, улыбаетесь друг другу, иногда выясняете отношения. Вроде не вместе, а вроде и вместе, только в затяжной ссоре. И со вседозволенностью при этом. А клубочек вашей связи все равно тянется, и действительно сложно отпустить человека, пояснила бывшая избранница сына Валерии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Голодный и с синяками. Измученный Зеленский шокировал народ. Кудрявцева оставила работу из-за молодого мужа. Уже невозможно жить на лекарствах. Отказавшаяся от препаратов Татьмянина рискнула здоровьем. Имя Пугачевой всплыло в сенсационном деле об убийстве Киркорова. Женщины и быстрые романы. Сделано шокирующее заявление в день рождения Прилучного. И многое другое.